Спорт отвлекает молодежь от пороков современного общества. Так считает боец ММА Шамиль Абдуллаев. На днях он посетил Лимбияху, где провел тренировку для ребят из секции тайского бокса. За время своего визита на Ямал титулованный чемпион России, Европы и мира посетит все города и поселки округа. На звездной тренировке побывала наша съемочная группа. Подробности далее. Первое то, что делаем, слушаем внимательно, потом, чтобы не забыли вы. 10 секунд, делаем 5 упражнений, 50 секунд работы сейчас будет. Первое – это высокое поднимание бедра. Держим руки и поднимаем. А еще отжимания, качание пресса. И все это сначала направлено не на качество, а на скорость. Результат такой интенсивной тренировки слышен уже через 3 подхода. Дыхание учащается, словно позади спринтерская дистанция. Но без этих упражнений успеха в спорте не видать. На мастер-класс Шамиля Абдуллаева пришли те школьники, которые уже не мыслят себя без тайского бокса. Тайский бокс очень сильно делает тебя дисциплинированным. Ты должен соблюдать все правила. Если ты не будешь соблюдать эти правила, то никакой пользы от этого не будет. Я хожу сюда, чтобы почувствовать себя сильнее. Занимаюсь здесь уже почти 2 года. Я многому научился, выезжал на соревнования. Правда, проигрывал, но без поражений не бывает победы, как говорится. Подростки признаются, их тренер Иман Али Гамзатов держит юных спортсменов в ежовых рукавицах, не позволяет расслабиться и отступать назад. Поэтому идея пригласить бойца ММА в район возникла у него не случайно. Уроки от титулованного чемпиона на вес золота. Приближаюсь к нему телом и сгибаю ногу одновременно. Вот. Я автоматически даже ногу могу согнуть, он сам ко мне подойдет. Понятно? Сгибаю и засовываю сюда руку. Быстрая реакция, четкие движения, и соперник поражен. Такие приемы должны быть отточены. Только профессионализм может привести юных спортсменов к победам. Мы были точно такими же малышами. И на чем-то примере у нас появилось желание. Нас посадили зерно, и это зерно в ком-то выросло. И стало очень большим деревом, так скажем, да? И я считаю, что мы должны точно так же не закопать это дерево, да, а посадить зерно в этих малышах, чтобы они тоже стали людьми, чтобы у них был интерес к спорту. Неважно, там, боец он, борец он, каратист, балет, там, разницы нету. Главное, чтобы у него были здравые понятия, чтобы он был развит физически. Если он развит физически, он будет духовно развит. Чемпион поделился с ребятами своей историей. В спорте он с 6 лет. Борьба, рукопашный бой, многочисленные соревнования. А после окончания учебы в вузе пришлось совмещать работу и любимое дело. Сейчас Шамиль Абдуллаев обучает единоборствам детей, постоянно проводит мастер-классы. Сегодняшний урок, интересен тем, что были всякие быстрые упражнения по 50 секунд, которые мы делали. И то, что вот новые приемы показывают. И, интересно, сейчас еще, наверное, будет что-то новое. Новое узнать для себя. Новые приемы, новые, как их отрабатывать, как защищаться от них тоже. На этот раз тренировка в спортивном зале растянулась почти на 2 часа. Но, несмотря на усталость, ребята были в восторге. А еще они стали более уверенными в том, что спорт в их жизни будет занимать важное место. Анастасия Волкова, Татьяна Стафеева, Гарник Маргарян. Служба новостей «Импульс».